В нашем городе проходит двухдневный фестиваль «Артишок» для активных жителей города. Здесь бесчисленное количество мастер-классов, живая музыка, кухни разных народов мира и многое-многое другое. Одним словом, Кривой Рог европейский. В Кривом Роге редко проходят фестивали европейского формата, которые кардинально отличаются от привычных и скучных. Вкусная еда на фудкортах в сочетании со спортивными и интеллектуальными играми, творческими мастер-классами, стрит-выставками и интерактивами привлекла около 1000 человек. Атмосфера полная расслабленности, никто не напрягается ничем. Люди могут посидеть на земле, посидеть на палетах, на катушках, послушать джаз, увидеть каких-то крутых роковых музыкантов, увидеть ребят, которые из Киева, соул-поэтессы, это сейчас вот скоро будет. Вечером мы зажигаем 300 свечей в нашей березовой роще. Потом вечером у нас по всей территории будут лампочки из гирлянд. То есть вот такая вот атмосфера непринужденности. Самых маленьких посетителей развлекали аниматоры и мастера аквагрима. Дети совершенствовали английский, творили руками, создавали картины из песка, балансировали на доске и стропах. Я сюда пришла развлекаться. Фестиваль очень крутой. Я рекомендую приходить сюда детям. Тут и батуты, и фигурки. Хендмейдеры проводили уникальные мастер-классы от гончарного дела до вышивки крестиком. Все желающие могли приобрести авторские подделки ручной работы. Ну, технология универсальная. Вышивка крестом по схеме. Вот, на примере книжной закладки мы делаем. А в будущем, если ребенку понравится и получится, то есть она сможет вышить все. И одежду, ну вот как, например, на мне картину, рушник, то есть все что угодно. У нас почему-то тема – это море. Вот у нас, если заметить, много китов. Ну, мультяшки тоже, естественно, но вот море, мы почему-то якоря, киты, мы больше всего склонны к морю. Наш телеканал устроил для гостей феста дикторский интерактив, заправляла которым гример Первого городского. Сегодня на фестивале «Артишок» каждый желающий может испробовать себя в роли телеведущего. Мы пригласим первого встречного, и он попробует начитаться на суфлере. Мы посмотрим, что из этого может получиться. Стать ведущим может каждый и попробовать себя в кадре. Поработать с телесуфлером и получить запись видео, чтобы похвастаться перед друзьями, легко. А если при этом у вас профессиональный макияж и укладка, то задача становится еще и приятной. И это вполне возможно. Заброшенную локацию расчищали и оборудовали около месяца. Помимо выставки фотографий и картин, на территории оформили несколько неоднозначных скульптур. К примеру, паук-пожиратель из мусорных пакетов. Для гостей исполняли джаз, рок и поэзию. Непринужденно, расслабленно и в то же время увлеченно чувствовали себя гости «Артишока». Криворожане понемногу привыкают отдыхать красиво и по-европейски. Одним словом, на стиле. Инна Даньшина, Александр Бондаренко, Первый городской.